Смотри, какая красотища! Девочки, всем привет! Сегодня Иринка ест блинчики. Смотрите, какие вкусные блинчики. Блинчики буду есть со сметанкой. А также у Иринки кофе, 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 пол-литра. Кофе, Иринка только пришла. Будет пить кофе с блинчиками. Всем приятного аппетита! Вот сметанка у Иринки, сметанка. Это, короче, салфетки для телефона купила. Тут конфетоси, конфетоси. В чижике были, вот минералочку купила. Вот, так вот. Всем приятного аппетита. Кушайте вместе со мной. И, как там говорится, худейте. Так ведь, девочки? Так что смотрите, какие нежные блинчики. Ох, мама мия, сейчас Иринка поест. Ох, поест. Хочется Иринке кушать. Тоненькие, вкусные, низкокалорийные и полезные. Да, Муся? Мусь, мяу. Муся не хочет с вами разговаривать. Маня не знает, где-то там. Ну что, девочки, блинчики, блинчики, кушайте. Кофеёк. Кофеёк, кофеёк, девки. Сейчас Иринка кофейка попьет. Давно не пила кофейка с блинчиками и с конфеткой. О, мама мия! Чтобы жизнь была красива, скушай конфету. Как говорится, еда – это жизнь. Так ведь? Ох, девки, ладно. Девочки, девочки, все, я буду есть. Всем приятного аппетита!